Те, кто остался, сейчас будут удовлетворены необычайным образом. Я хочу поговорить для разнообразия. Смотрите, какой красивый у нас постер сегодняшнего вечера. Спасибо людям, которые вот это все делали. Такой Илья Кормильцев, я повешу себе на стенку. С кому-то нужно могу подарить. Катюша, возьми, Катюш! Я тебе ставлю. Мне последний, больше нет. Катерине дай, дай! Так вот, вы не сбивайте меня с мысли, потому что мысль очень интересна. Сейчас на сцену выйдет не просто музыкант, не просто человек, не просто творец, а автор, с которым Кормильцев работал, по-моему, в первом. Человек, с которым он работал 25 лет назад, была великая Свердловская еще тогда группа «Coffee Juice». Сейчас на сцену выйдет Александр Пантыкин, который будет петь песни из «Coffee Juice», Костяки Кормильцева. Я счастлив, что он приехал к нам. Человек очень занятый, и то, что вот он здесь, это просто магия Ильи Кормильцева, который в том числе умел собирать замечательных людей. Александр Пантыкин! Добрый вечер всем. Илья был колоссально интересным человеком, с ним было очень интересно работать. Я сейчас спою вам классические вещи из репертуара группы «Coffee Juice». Причем я их спою в том виде, в котором они действительно реально исполнялись в то время, 25 лет назад, когда они были написаны. Первая песня называется «Полником» из альбома «Жизнь в стихе Ремета». Я снова у вас в гостях, вы молоды так же, ребята, и снова портфель на столе, как в 75-м. А Саша играл на басу, что мы сидели и пили, время казалось застыло, покрыто серебряной пылью ваших иллюзий. И ваш ковыш остался. Принцессу, которой я должен, а так поцелуй, и отогреть это сна, струны люди.
купе, а то и перо. Эта песня называется «Чего это стоило мне?». Thank you.
финале я хотел бы вспомнить одну песню. Я был очень ироничным человеком, ироничным по отношению к себе, ироничным по отношению к другим людям. Мне бы хотелось завершить свое выступление все-таки на... Эта песня называется «Запоздалый паровоз».
земли нечто красит небосклон. Скоро птицы будут утро встречать. Все убитое, а все нам все там такое, девушки, не забыли. Все. Все убитое воскреснет опять. Все на ногой зарастет. Все убитое воскреснет опять. А сейчас вы позабыть о войне. На минуту, на секунду, на миг. И как ягоди оборванной. Ягоди оборваны, затеряться в теплых пальцах твоих. Сказал, что нет, новый альбом собирать. Вот. Итак, сегодня перед началом концерта 400 человек стояли, говорят, до метро. Билетов уже не продавали, потому что зал был полон, к сожалению. И вот все это так как было печально. Ну, я надеюсь, что в интернете все увидят, даже в записи, может быть, будет. И при этом половина из них была, говорят, поклонников группы, которая сейчас уже не существует, но лидер, который выйдет сейчас на сцену, с этой группой меня познакомил Кормильцев. Говорит, пойдем, я тебя вхожу в хорошую группу в этом же клубе. Я сказал, Илья, я все хорошие группы уже слышал, больше не может быть хорошего. Он говорит, пойдем. Мы пришли, я был поражен. Настолько это было сильно, мощно, действительно революционно, без юмора, без иронии. Это был настоящий...